Людмила Акулова полгода пыталась добиться восстановления своего удостоверения бывшей малолетней утенцы фашистского концлагеря. И вот не без помощи журналистов и главы Карелии Артура Парфенчикова ей удалось это сделать. Родившаяся в 1941 году, Людмила Семеновна во время Великой Отечественной войны находилась со своей матерью в трудовом фашистском лагере. И будучи бывшим малолетним узником, она имеет право на ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы. Этот год у меня был очень тяжелый, 3 операции. И после 2-й операции была очень слабая. Мы решили с дочерью, что мне нужно съездить в санаторий. И говорят, вот у мамы у вас такой возраст большой. Какие еще льготы? Она ей говорит, малолетний узник, возьмите, пожалуйста, с собой удостоверение. Ну и стали это удостоверение искать, найти его нигде не можем. Спустя 80 лет ей пришлось предоставлять инстанциям доказательства этого страшного периода и своей биографии. Для восстановления удостоверения понадобились архивные справки. К Людмиле Семеновне неоднократно приезжали журналисты, в том числе с федерального канала. Это привлекло внимание к ситуации главы Карелии Артура Парфенчикова. По его поручению восстановлено удостоверение лично поручила заместитель премьер-министра республики по социальным вопросам Лариса Подсадняк. Все как обещали, удостоверение очень достойному, красивому человеку. У вас спасибо очень большое. Непростой жизненный путь, вы молодец, да, сложно. Такой борец, вы потрясающе красивая женщина, я вам хочу спасибо. Сказать. Справедливость восторжествовала, а по словам Артура Парфенчикова, те чиновники, которые отказывали в восстановлении документов, получили выговор.